Вот они, два крепыша. Едят через каждые 15 минут. Едят, пиликают. Барнаульская семья летом уже не в первый раз находит едва появившихся на свет птенцов. Чтобы не оставлять воробушков на произвол судьбы, девчонки и их мамы стараются помочь. Изучив интернет, готовят пищу и кормят малышей. Зоологи и ветеринары рассказывают, подбирать таких птенцов или нет, каждый решает самостоятельно. Но забот с ними много. Готовить свежую мешанку, искать насекомых и кормить птенцов нужно часто. Большинство, так скажем, те, которые вот нам звонят, люди, в основном подбирают уже слетков, чего делать вообще нельзя. Это молодые птицы, которые покинули гнездо. Люди замечают в парке, на асфальте там. И они считают, что птенец выпал из гнезда, и срочно надо его забрать и помочь ему. Нет, этого делать нельзя, родители его не бросят. Они продолжают его кормить. Максимум, что можно сделать, взять его, либо отпугнуть в ближайшие кусты, там в траву куда-то, либо отнести в ближайший куст, посадить, ну, так скажем, от глаз хищника. Процесс покидания гнезда уже подросшими птенцами ветеринар называет естественным биологическим, и вмешиваться в него не нужно. А вот помочь птицам в жару, а они тоже от пекла страдают, кучер рекомендует. Конечно, если есть возможность где-то создать искусственную лужу именно для питья птиц, это было бы очень хорошо. Птицы и сами о себе заботятся. Мелкие, городские, обычно собираются у воды, чаще всего у фонтанов. Там им комфортно. А что касается птенцов-воробушков, которых нашли девочки, то интернет полон советов по тому, чем таких кормить. И к советам стоит прислушаться, отмечает ветеринар. Возможно, их удастся спасти. Надеюсь, у них все будет хорошо, и мы их сможем поставить на ноги. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.